В День народного единства состоялся фестиваль народов России. Были представлены коллективы русского, удмуртского, татарского, марийского, еврейского, армянского, а также цыганского народа. Каждый внес свою лепту и сделал этот фестиваль по-настоящему ярким и красочным. В мероприятии приняли участие следующие коллективы: цыганский хор «Аллилуйя», армянский ансамбль «Горни», марийский народный ансамбль «Эль Южора», ансамбль «Элан» общинного центра еврейской культуры при школе искусств номер 2. Фестиваль посетил начальник отдела мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства национальной политики Удмуртской республики Сергей Огородников. Концерт представляет различные национальности, и получился такой многонациональный концерт. Чувствуется именно то единение народов, когда на сцене столько представители разных национальностей, и каждый из них показывает свою культуру. Это здорово, это очень хорошо. В этом и есть наша сила. По завершении фестиваля в единстве все народы благословили нашу землю, ведь благословение – это сверхъестественная помощь. Россия вмещает в себя более 190 народов и наций, каждый народ дополняет друг друга. Счастье в том, что все мы разные, но мы вместе.